Это давеча, и мы продолжаем. Кировчанам пора переобуться. По рекомендациям, резину стоит менять при установившейся среднесуточной температуре в 4-5 градусов выше нуля. Согласно прогнозам синоптиков, такая погода будет только в начале ноября, а дальше и того ниже. Следовательно, пора менять резину. При этом с 1 декабря будет действовать штраф на летнюю резину зимой. Он составляет 500 рублей. Формально зимний период охватывает 3 месяца – декабрь, январь и февраль. В это время инспекторы имеют право штрафовать нерадивого водителя. Однако для этого стоит, что называется, быть в материале. У нас на рынке сильные изменения, привычные нам марки шин уходят, появляются новые, китайские, там есть свои нюансы обозначения резины, поэтому далеко не всегда, не обладая специальными познаниями, можно определить, что данная резина является всесезонной, либо она является там для снега, для дождя, для грязи. То есть тут надо бы еще и подтянуть грамотность инспекторов, чтобы не было необоснованных придирок и необоснованных незаконных штрафов.